Приветствую всех зрителей! С вами Мэрил Дэн, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием «Ванахара и Великое Синее Море». И прошлая серия закончена о том, что с Сукой и Самикичи за послушанием Вады. Но прежде чем посмотрим, что будет дальше, я хочу, чтобы обратили внимание на его имя. Теперь написано на русском. Да, наконец эту игру перевели. Так что серии больше не будут задерживаться. Ну что ж, экран потемнел. И мы увидели родителей Лобка. Что они здесь делают? Ага, действительно, хорошее место для прогулок. О, да. Рада, что с Лобка тоже все хорошо. Да, точно. Хотелось бы провести однажды отпуск исключительно в кругу семьи. О, чудесно звучит! Лобка ведь тоже нужно немножко отдохнуть. Здорово, наверное, выйти на землю. Может, Лобка присит это сделать, но только не мне. Ха, это уж правда. Да, точно, на это можно рассчитывать. Даже наш медовый месяц завершился под водой. О, это было так давно. Я почти посидел от старости. Стой, стой. Ты всегда будешь моей крохотной, миленькой женушкой. Ой, какая милота. О, милый. А? Что? Что происходит? Это что такое было? Берегись! Что здесь, ваша мать, творится? Дорогой? И перевернулась страничка. Началась новая глава. Ну что же там случилось? Надеюсь, ничего плохого. Хотя эти вспышки на экране ничего хорошего не предвещают. Так, мы снова в замке. Короче говоря, это опять проделки Кралиса Досацу. Что они сделали? Не может быть. Только не Череблот. Все хорошо. Он славливается дома. Что бы их? Кем они себя возомнили? Это прям как с Сумией. Да, довольно похоже. Страшно. Я должна как можно скорее остановить камни. Мы умоляем тебя, Нахара. Ну, мы вас не подведем. Мы все сделаем. Так, с вами можно поговорить? Проклятый королевство Досацу! Я никогда их не прощу! Пульман? Ей нечего сказать. Тацумия? Череблот тоже. Я не могу поверить. Да, дела обстоят все хуже и хуже. Ванахара, будь осторожна, хорошо? Постараемся, постараемся, Сал. Принцесса? Только вот что они задумали? Ха, вижу, понятно, что что-то ужасное. Все вы знаете, что вам делать? Да, я беру на себя поверхность. Я буду патрулировать море. Оставьте глубины мне! Мы все рассчитываем на вас. Молчание. О чем только думает Крайса Тасацу? Я не знаю. С чего тут такая резкая перемена? Да, в конце концов, раньше они... Принцесса! Принцесса, видимо, не любите разговаривать. В любом случае, мы должны защищать принцессу любой ценой. Да, действительно. Это была воля короля. Да. Это точно могло иметь отношение к тому, правда? К чему? Ты думаешь? Это кажется довольно маловероятным. Верно, но все же море появится.
Тогда сами Кичи... Хоть и воспоминания туманы, он сказал, что она видела. Да, но... Мне так жаль Нахару. Да, как и мне. Они так хорошо ладили. Но... Куда же он мог забрать священный меч? Морской король так жесток. Ранахара. О чем-то был разговор. Что-то не особо врубилась суть. Ну ладно, вот мы снова здесь, с нашими друзьями. Интересно, в порядке ли череблот? Давайте проведаем дома, прежде чем пойдем чистить камни. Да! Хорошо! Согласен. Надеюсь, лобка тоже в порядке. Ну что ж, давайте же проведаем его. Пора нам вновь покинуть этот прекрасный замок. Оставляем принцессу. И спускаемся. Боже мой, это довольно утомительно. Почему здесь нет лифта? С ним было гораздо легче. Так, вот мы и вышли на свежий воздух. Ну, пойдемте, навестим батю Лобка. Идем в город. О, ребята. О, Нахара, уже отправляетесь? Да, но сначала мы сделаем череблоду. Конечно, это страшно. Будьте все осторожны. Да. Эй, Нахара, почему череблод отравился? Понимаешь, Кристо Сатсу использует странный яд, чтобы загрязнить море. Яд? И супер-дупер опасно прикасаться к нему. Ее было достаточно, чтобы видеть Сумию. Да, они после этого не уйдут. Я перебью их при следующей нашей встрече. Тебе всегда тоже нужно быть осторожным, Нахара. С тобой что-то не так? Нет, я в порядке. Хей, Вада, разве ты не говорила, что чувствовала что-то странное, когда пользуюсь магией? Точно. Странное чувство? Да, я думаю, просто, знаешь, давно я не использовала. О, ты правда в порядке? Ты не думаешь, что это Касумикичи ударил тебя? Ну, ты сказала, что почувствовал себя странно, как раз после этого. Что? Ванахара, это клон упал на тебя? Ты в порядке? Успокойтесь, это просто легкий ушиб. Страшная акула. Может, он использовал какое-то странное заклинание на тебе? Этого не может быть. Может. Ванахара, позволь мне взглянуть. Ничего такого. Правда? Да. Фух, это хорошо. Само собой разумеется, мы не хотим, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ну а теперь, как ты это объяснишь, эту странность? Возможно, я привыкла к использованию магии, связанной с барьером. Да. Вроде, как я сад тренировок. Ванахара, ты ведь обычно не так часто используешь магию. Да, учитывая это... Фу, хорошо. Блин, Вада, заставил тебя волноваться, из-за пустяка. Но все же, не забудь, что ты должна подвергать себя опасности. Хорошо? Да. Вам уже пора. Да, пора. Вперед! Патрулировать! Будьте осторожны, ребята. Да. Они свалили, а нам нужно перейти до города. И что нам снова проходить? Весь тот путь? Боже мой, похоже, так оно и есть. Что ж, потопаем, не будем терять времени. Нам нужно добраться до Кораллового моря. Ведь там у нас жил череблот. Надеюсь, он не сильно пострадал. Кажется, Кристо Сатсу развязывает войну. Ну вот мы добрались до города. Теперь нам осталось только повернуть налево.
сворачиваем и идем прямо. Итак, мы на месте. Пора найти дом Череблода. Где же он находился? Стоп. Так, обойдем все это. Ага, вот его домишко. Посмотрим. Так, его здесь нету. Наверное, он в гостиной. Мне сюда кроватку принесли. Отец, ты в порядке? Все хорошо. Дорогой! Эй, я все еще жив. Но я была так бесполезна. Череблот, вы в порядке? О, Данахара. Данахара, это ужасно. Мой муж. Успокойся. Я же говорю тебе, это просто немного яда. Я просто стояла и... Я такая бесполезная. Что вообще произошло? Море стало кроваво-красным. Кровавым? Да. Похоже, что от этого же пострадала Цумия. Кровь? Страшно. Хотя я не смог хорошенько разглядеть. Дорогой! Ну же, я в порядке. Будь осторожна, Нахара. Этот яд довольно сильный. Дорогой, пожалуйста, отдохни немного. Да... Бедняжке совсем плохо. Ну что ж, пускай выздоравливает. Мы пошли восстанавливать барьер. Кажется, Череблоду очень больно. Да и лобку выглядела подавленной. Бедненькие. Нам нужно починить барьер. Точно. Итак, куда теперь? Дай подумать. Кораллы. Следующий. В глубине Кораллового моря. Ну что ж, похоже, это недалеко. Ладно, пошли. Окей. Хорошо. Так, точно. Я так понимаю, нам стоит идти сюда. Коралловый путь. Ну, все ясно. Экран медленно потемнел. И мы увидели Кламаки. Который теперь почему-то Хламаки. Ну, ладно. Ой-ой-ой. Лобка, ненавижу ведь её такой подавленной. Ей нужно добывать и под водой. Да, я знаю. Что же делать? Ну, в любом случае, мне не хочется совать нос, не свое дело. Пусть лучше они сами разбираются со своими проблемами. Знаю. Она меня попросила. Надо присмотреть за ней. Я другая? Постойте-ка, разве? Слово не воробей. Вылетишь и поймаешь. Так что... Да-да. Можешь поискать себе нового? Что, завидуешь? Ха-ха-ха! Что за чушь она несла? У нее что, название личности? Ну, Кламаки. Так, а нам нужно перейти по кораллам. Перейти к новой точке барьера. О, снова крабики, медузки, различные рыбки. Но мы с вами, пожалуй, не будем драться. Хоть опыт нам и нужен, но все-таки задерживаться мне не особо хочется. Развилочка. Глянем, что находится наверху. Сундучок. Замечательно. Обыщем, разыщем.
мясные молоты? Оу, неплохое оружие. Значит, будем рыбу мясо убивать. Так, снова эта рыба, которая нам мешает. Ой, уйдите, пожалуйста. Посмотрим отсюда. Сундучок. Ужас! Внутри ничего нет. Облом. И табличка. Почитаем. Ужас! Ничего не написано. Блин, что это все такое? В Коралловом море тролль завелся? Ну что ж. Куда же нам свернуть? Это довольно сложный выбор. Ага, сундук мы здесь нашли. Защитный щиток. Защита никогда не будет лишней. Опять медузы, опять разветвление. И снова сундук. Золотая броня! Фига себе сокровище! Думаю, эту броню можно будет выгодно сдать в ломбард. Лестница. Похоже, это конец пещеры. Да, так оно и есть. И вновь нет босса. Нам повезло. Четвертый на подходе. И здесь никого. Наверное, это норма, но знаешь. Да-да. А Долфи волнуется. Да ладно, Долфи, успокойся. Все будет хорошо. Вот и четвертый камушек. Восстанавливаем. Так. Оу, все получилось. Фух, ладно, хорошо. На этот раз все в порядке? Наверное, у меня просто разыграл воображение. Боже. Похоже, так оно и есть. Мы вновь вернулись. Я вернулась, ребята! Отличная работа! Уже четвертый! Ага! Оу! Я не чувствую ничего странного в магии на этот раз! О! Да это просто твое разыгравшееся воображение! Это хорошо! Ага! Или просто я к нему привыкла. Думаю, это тоже возможно. Ага. Ладно, идем к следующему. Точно! Осталось всего два! Вперед, вперед! Ага. Так, точно. Какая следующая цель? Оу. Искатель сокровищ. Что вы здесь забыли? Что случилось? Если доверять твоей интуиции, ничем хорошим-то не кончится, Минеро. Точно. Томас Шиби спит. Что? Это не так! Это неправда! Эй, ребята! Вы говорили, что это было так! Да, но сейчас. А потом говоришь ты. Мне неловко. Ага. Это дрыхнет. Глупая! Посмотри только! Там определенно лежат сокровища! Да-да, конечно. Интересно. Храп? Итак. Это села четверка, пошла с сокровищами. А нам что? Пичка травм возвращаться? Опять проходить весь этот путь? Господи, это утомляет.
Почему нельзя было сделать так, чтобы нашего героя переносило обратно после завершения задания? Этот путь довольно длинный. Бульма, что ты здесь делаешь? Панахара! Как же дела? Бульма, ну-ка, мне становится без проблем. Отлично! А что с пользой магии? На этот раз ничего странного. Рад это слышать. Точно! Ты видела этих четверых, которые всегда бродят по Кровавому морю? Ты имеешь в виду Минеру и ее друзей? Да-да! Я не видела их там, где они обычно. Мне это кажется немного странным. Естественно. Ну, может, они просто погулять пошли. Погулять? Их не было поблизости. Понятно. Но и на самом деле ничего не случилось. Ладно, берусь к осмотру. Пока-пока! И пойма с видосками уплыла. Что ей здесь надо было? Я думаю, что ничего. Мне кажется, она просто патрулировала. Ну окей. Я считаю, нам стоит вернуться на центральную улицу. Вот мы уже здесь. Ха! Еще два осталось, и мы закончим! Ага, почти все. Продолжу в том же духе! Ага! Точно. Итак, куда теперь? Дальше у нас... Кто-нибудь! О, Минеру? Больно ведь! Контуженная, ты чего творишь? Плохо! Очень плохо! Минеру, что такое? Ну а что же там такое, мы узнаем уже в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания. Boop, boop, boop.